Начали сезон с победы. Волейбольный клуб «Газпром-Югра» выиграл первый матч в стартовом этапе Кубка России. Соперником нашей команды стал столичный МГТУ. В первой и последней партиях борьба слегка затянулась. Результат первого сета 27-25, третьего 29-27. Правда, второй удалось взять довольно быстро со счетом 25-15. Самым результативным игроком в этом матче стал диагональный Александр Чифранов. В его активе 17 очков. Сегодня «Газпром-Югра» встретится с хозяевами площадки команды «Белогорье». Начало встречи в 20:30 по сургутскому времени. Трансляцию игры можно посмотреть на сайте белгородского клуба. Настроение у команды отличное. Прежде всего мы рассматриваем этот турнир в качестве основного этапа подготовки к стартующему чемпионату. И в каждом матче идет наработка взаимосвязи командных. Поэтому изначально то, кто там выложится, и 100% надо умирать на площадке для того, чтобы поддержать победу над Белгородом, такой задачи нет. Тем не менее, никто не говорит о том, что мы будем играть спустя рукава. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.